друзья! Это рубрика «Интервью с преподавателем в Ассоциации репетиторов». Итак, начнем! Всем привет! Меня зовут Аня, и я учитель английского. Расскажите, пожалуйста, вкратце о вашем образовании. Я окончила педагогический университет по специальности учителя английского и китайского языков, а также являюсь дипломированным переводчиком. Какой язык вы преподаете и есть ли у вас опыт работы? Сейчас я преподаю только английский язык, и у меня есть большой опыт работы с детьми младшего школьного возраста и среднего. Почему для преподавания вы выбрали именно английский язык? С английским я связана уже более 10 лет. Еще в школьном возрасте я влюбилась в звучание этого языка, а затем поняла, что готова помочь и другим полюбить этот язык и, конечно же, заговорить на нем. Почему вы работаете именно с детьми? Я работаю с детьми, потому что с легкостью могу найти контакт с ними и найти подход к каждому ребенку. И последний вопрос. Why is it important to study English? As for me, it is something about freedom. If you speak English, you can easily travel without any hesitation and fear. It enables you to make friends with people around the world, to enter university abroad, as well as to apply for a job there. But definitely, only studying hard can make you closer to the perfect opportunities. Спасибо за интервью. До встречи на наших уроках. See you!